По информации Прингидромета, в период с 6 по 7 ноября в городе Владивосток и на большей территории края прогнозируются сильные осадки. Смешанного характера, местами очень сильные. Ожидаются гололедные явления, снежные накаты, метели, усиление ветра до 22 метров в секунду. На побережье до 32. Уважаемые жители и гости Приморья, спасатели МЧС России рекомендуют скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Автомобилистам рекомендуем быть крайне осторожными на дорогах в связи с гололедными явлениями. Владельцам маломерных судов стоит воздержаться от выхода в море. В связи с сильным ветром возможно падение слабо закрепленной конструкции. Необходимо ограничить нахождение на открытом пространстве. Важно взять под особый контроль детей, людей пожилого возраста и не оставлять их без присмотра. Научите своих детей действовать во время непогоды. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно позвоните по телефону спасения 101 или 112. Помните, ваша безопасность – ваша ответственность.